На срок годности. Потому что иногда бывают продукты с окончанием срока годности. Или за день до окончания. И на внешний вид, ну потому что свежие продукты – это хорошее твое самочувствие, твое здоровье. Чтобы не было просрочек, самое главное. И, ну, чтобы детей, и в основном детей, чтобы не отравить. Ну и самим тоже не отравиться. На производителей дату производства. Привычка, во-первых, кому доверяю, кому не доверяю. Ну, чтобы они были экологически чистые, не ГМО, и натуральные, ну и все, наверное. На свежесть, в первую очередь, чтобы они были свежие и выглядели прилично. На производители, которые проверены уже. По результатам нашего экспресс-опроса, больше половины оренбуржцев, а это 60%, обращают внимание на срок годности продукта. 25% респондентов читают состав и смотрят на внешний вид упаковки. Остальные 15% жителей областного центра признаются, что немаловажную роль для них играет производитель. Именно эту информацию они в первую очередь ищут на этикетке продукта.